жидкий кислород. А дальше магнит. О, да, оно прям притягивается. Угу. Не разбей. Так, здесь жидкий кислород в жидком азоте. А это магнитик. Отставим магнитик в жидкий азот. И нихуя не происходит. Охуеть просто. Вытаскиваем магнитик. Засовываем магнитик в жидкий кислород. Ждем, пока остынет. И вот чудо. Вокруг магнитика прямо пленка жидкого кислорода. Вы посмотрите на эту охуительную стену. Пленка жидкого кислорода. Когда вы увидите еще такое? Никогда, правильно? О, да. Жидкий кислород липнет к магниту. О, как это прекрасно. Капли жидкого кислорода обволакивают железяку. Да. Магнитик в капле жидкого кислорода. Охуительное зрелище. Можно слизывать. Короче, мне кажется. Главное, смотри на полюсах.